Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Фантом, Рекс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, из цепи и монстры гоняются с нами в сандбокс. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня очень будет жестко, пацаны. Для начала, а потом поставлю больше. За мной я могу перепрыгивать их. А я сейчас поставлю еще других, ты можешь не бояться, это разминочная волна. Дальше будет очень жестко. Я самый профессиональный беглец. Беглец? Бегун. Так, давайте. Ой-ой-ой. Еще пока никто даже не умер. Это очень странно. Вам не кажется? Ну, карта большая, естественно. Ну, я хорошо, давайте я добавлю еще пару штук. Ну, что ты раньше не сказал, что карта очень большая, и они очень плохо за тобой гоняются. А давайте мы еще поставим сиреноголовых парочку. Во, ребята, как всегда, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, NPC, все, все включено, все работает, сиреноголовые в действии. Смотрите, что они делают, они дерутся между собой. Они враждуют. Ребята, я не знал, что так будет, это реально какой-то эпик, что ли, получается. Смотрите, они эти трупы тягают за нами, и что они этими трупами будут делать? Давайте проверим, что ты мне сделаешь. Они этот труп съел, он съел их. А получается, они этим трупом убили меня и сделали с меня трупа. Ну, это очень гениально. Давайте посмотрим, что сиреноголовый. Он просто как дурачок стоит и ничего не делает. Ничего не делает. Нет, он топчет. Он меня схватил. Он тебя съел. Он меня сожрал. Блин, я невкусный же, балди. Они ко мне идут. Вот это, смотри, они между собой дерутся, смотри. А, блин, я не увидел, что он труп притащил этого кота-пса. О, смотри, они забили. Получается, это фиолетовые челяди самые лучшие из всех. О, за мной загрелся. Так, получается, смотрите, схватил того и сожрал его. Ого, они дерутся. Вырубили этого челика. Так, они следующего пошли мочить. Это у нас что, баталии мы устроили здесь? Кто вообще знал, что они между собой будут воевать? Может, мы в следующий раз вообще сделаем битву между SCP? Ты так прикольно от него убегаешь, а он не может от тебя попасть. Давай, ты сможешь. Они его просто съели. Смотрите, как он прикольно труп носит вокруг. Как-то, я не знаю, он его странно держит. У тебя голова не закружилась? Вот, блин, ты смотри, ты что это за говно? Ты обманул, ты притащил его ко мне. Пикачу, давай, ты хорошо играешь, я в тебя верю, ты сможешь. Хорошо, пацаны. Не хотела делать эту волну, но мне придется ее сделать. Интересно. Отстал. Ого! Захавали вообще. Моментально, пацаны? Как муравьи избегают. А как вам такие монстры? Это очень неприкольно сделаны. Это, да, знаете... Они слишком быстро. Да? Ну, надо использовать интеллект. Которого нет. Слышь, они спрыгивают, ты выхватил? Вот. Пацаны, спасите! От них вообще не спастись. Кстати, они какие-то страшные, да, эти челепиздрики? Погнали все-таки. Погнали наших городских. Ну-ну-ну-ну-ну. Что делается? Мне страшно. Я в воду, пацаны, они плавать точно не умеют. Угу. Да, они в воде не умеют плавать. Они по дну шлифуют там. Ого, они голодные. Я их, честно, я их боюсь. Я их очень боюсь. Ого, еще сажали одного челепиздрика. Так, он ко мне ползет. Я буду в воду прыгать. Он съел меня. Толпа бежит. Ого. А давайте их удалим, давайте еще поставим. Честно, я их боюсь, они какие-то страшные. А вот эта антилопа Гну, что она делает? Ого, она вмочит, неплохо так, да? И голову вниз тебе опускает, типа не смотри на меня. Ого, они такие грустные какие-то, но валят жестко. Похоже и на пришеленцев, да, как-то? Да. Так, нормально, пока мы выживаем. Быстрые. Быстрые? Да не медленные. Нет, я говорю, они не очень-то и быстрые. По сравнению с прошлыми, от них можно... А, хорошо, уговорил. Это маленький. Что они делают? Кушают ноги, а ну как они дамажат? Ого, они моментально жрут. И прям сильно больно.
Они просто очень быстро. Давай, бьют. Давай, мочи его. Этот хотел по кругу убегать, от них не убежишь по кругу, они срезают углы. Кошка, я к тебе пьем. Зачем? Ну чтоб покушали тобой, ты куда? Он специально заманивает их к тебе. Тимас, я к тебе лучше их заведу. Я сейчас поставлю великанов, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой, это жестко. Давайте я сюда полечу. Я просто их очень боюсь. Он проваливается в эти штуки? Нет, он, кстати, обходит их грамотно. И это меня пугает. Они, кстати, с высоты спрыгивают и никого не боятся. Кстати, они какие-то странно. Нет, они голимые. Давайте дальше. А, у нас есть вот такие чили-пиздрики. Это доктор. О, нормальный доктор пойдет. Чумной? Ну, добрый. А чё они не дамажат? А, это добрый? Не добрый, да. Добрые. Пацаны, готовьте оружие. Сейчас будем делать мочилово. Только такое не сильно мощное, чтобы все живые были. Друг друга не мочить. А, это тоже добрые. Как-то странно, непонятно, где добрые, где злые. А вот киллер. Все, я нашел. Нет, на киллеров они не похожи. О! Вот это точно мочат нормально, с одного раза. Пацаны, вы не уйдете, вас будут мочить они. Ой-ой-ой-ой. У меня же FPS немножечко подсел, но так, в принципе, норм. Что, так быстро? Оружку надо, пацаны, доставать какую-то мощную. Так, у нас есть монетка, буду монеткой гасить, вот. Это то, что надо против них. Убил, да? Прощай. И обстоятельства. Пинком просто убил. Ого. Пацаны, что ж вы такие невнимательные? Вот это мочилово, мне нравится. Это уже прикольно. Так, давайте сделаем веселье, так как я люблю. По-нашему, как говорится. Пацаны, с той части карты уходите. Больше бежите все на спаун, быстрей. Ой-ой-ой-ой. Это была разминка, сейчас будет жестче. Они живы. Да? Я в углу забился. Я хорошо. Они живые, говоришь. Ой, они мочат всех. Ой, надо убегать. Пацаны, бегите. Пошло. Ой, красиво, как это все взрывается. Мне очень нравится. Мало, мало, пацаны. Я вижу, что не срабатывают эти бомбы, как мне хочется. Придется жахнуть. А, вот такую вот. Одну. Ну, мощную. Пацаны, сейчас умрут все, но может и не все. Ой, я думал, она просрала. И еще активировались какие-то бомбы. Мы живые все остались? Да. Офигеть, эта бомба получается такая. Короче, на маленькой локации бьет. Он идет к нам. Ой-ой-ой, хорошо, давайте. Не знаю, Гаррис Мод выдержит такое или нет, пацаны, я не знаю. Держите ваши компьютеры в холодном месте. Надо было противогаз сделать. Ой, жахнуло. Они живые? Ого, радиация, да, пацаны, фигачит? Надо противогаз одеть, чтобы не било. Хорошо, давайте я аннулирую карту. Все, давайте делаем последний эпический взрыв. Кто может классную бомбу заготовить? Ну, одну, но я. Очень мощную. Давай, да. Я ставлю NPC, а ты заготовлю бомбу. Я сейчас так делаю, что они нас не будут трогать. А где мне ее положить? А, посреди карты. Ой, что я делаю? Я NPC-шки в воздух запускаю, это красиво. Вместо бомб. Вот давайте я даже сделаю, что они будут на месте стоять. Не надо, чтобы они ходили. Пусть стоят на месте.
Ну что? Давайте проверим, выдержат ли они ядерный взрыв. Это бомба 6 в одном, да? Да. Нет, это одна. Одна? Запускаю. Ой-ой-ой. Если они сейчас останутся живы, я буду в шоке. Да ладно? Да ну как? Это же реально мощный взрыв был. Ты не ту бомбу взорвал, давай я взорву. Ой, вот эту бомбу взрывайте, которую я заспамнил. О, ничего не вижу. Это та же бомба. Нет, это другая. Ты видишь, сколько раз она взрывается? Это 6 в одном? Да, да, да. Я их включил. А они нас дамажат. Ой, они просто мне посыч дают. Это в канале, как всегда, у нас творится. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!